Ну, побегайте. Мама! А. Как наш садик покрасили красиво. Полазь. Поможу. Поможешь? Поможу. Поможу. Ну как ты перепрыгнешь? Там далеко. Ты прыгун. Не хочу. Тебя так... Мам. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Ты мотоциклист? Крепко держись руками. Ну, рассказывай. В садик хочешь? В свой. За детками скучаешь? Да? Детки, наверное, за тобой скучают. А за Галиной Васильевной скучаешь? А за Людмилой Юрьевной? А за Лилией Николаевной? Вот ты молодец какой. Ну ты выздоровеешь и пойдешь, да, в садик? Да. Хорошо. А сейчас мы не хочется идти в садик. Понятно. А где мой сынок? А, вон он пошел. Вот наш садик любимый. Ну ты спортсмен, везде тебя надо полазить, да? А чё ты выше не полез? Забоялся? Мам, просто я могу, если я туда полезу, тише, тише, не барабай. Детки ж спят, ты же разбудишь. И Сашу, и Вику, всех разбудишь, Давид. Да.